Канал незаконного сбыта незарегистрированных лекарств в крупном размере выявили сотрудники ФСБ по Кировской области. Установлена группа лиц, которая занималась незаконным сбытом препаратов в косметологические салоны Кирова. Одну из участниц задержали с поличным после того, как она получила за фальшивую продукцию больше 117 тысяч рублей. Также сотрудники ФСБ обнаружили склад с крупной партией незаконно изготовленных косметологических препаратов для омоложения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной. Остальные возможные участники преступной группы скрываются от следствия.